А весна – это пора, когда просыпаются такие чувства, как любовь и ревность. Итак, представьте, жена поздно возвращается домой, где ее ждет муж. Ты где была? Ну, мы с девочками на спектакль ходили. Тебе что, дома представлений мало? Спектакль во сколько закончился? В 9 часов. А сейчас сколько время? 9:10. Ты что, за 10 минут до дома доехала? Ну, я пока сметанки... Тебе еще повезло, что сегодня «Спартак» выиграл. У меня настроение хорошее. Ты хоть знаешь, какой сегодня день? Да. Какой? У меня день рождения. Разве? Угу. Ладно, проехали. Ты хоть знаешь, что я весь день ничего не ел? Но я же тебе сказала, что еда в холодильнике. Я что, должен сам пойти разогреть этот борщ? Да. Ты сильно изменилась, Маша. Ты понимаешь, почему я 10 лет сижу дома и не хожу на работу? Нет. Чтобы ты всегда знала, где я, любимая. И я жду такой же любви от тебя. Любимая, Андрей, ты у меня такой молодец. Ты мое солнышко, ты мое счастье. Смотри, не упусти свое счастье.